Всем привет, с вами Дэпик, и мы продолжаем играть в Сив. Что и что же было в прошлой серии? Нам дали поручение. Ой, что здесь происходит? Ты греешься, о, мой маленький грейся. Нам дали поручение стащить кольцо с трупа. Да, если вам интересно, посмотрите предыдущую серию. Вот наша птичка. Привет, что ты нам принесла? На этот раз. Иди в черный переулок. Вот не успела прочитать. Неважно, короче. Сейчас посмотрим, какое у нас задание будет. Идти в черный переулок. Отлично. Ого. Да. Обратно мы возвращаемся в эти покрытые мраком и туманом мрачные улицы Стоунмаркета. Будет казнен через повешение за шею. В городе ничто не переходит из рук в руки без ведома Басса. Он говорит, что у него дар. С высоты своего опыта вынужден согласиться. Так, куда нам идти-то? Не в ту сторону пошла. Ну ничего, сейчас посмотрим. Этот чел уже ушел. Так, он что-то блестит. Так, и мы можем туда пройти? Можем. Монетка! Монетка! Так, смотрите, нам бы потратить, может быть, на опыт наше золотишко. Что срезать? Заставь администрацию заняться бумажной волокитой. Ну, хочешь, займись. Надо было учиться читать. Так. Так, куда? О, еще монетка. Ну да, бог с ней. Твое рыло все равно торчит. Тихо. Черт, когда у нас будет гаечный ключ? Скажите мне, пожалуйста. Ой, а ты меня видишь, как парень? У тебя что-то есть? Эй, не смотри сюда. Шея болит. Все, опа. И нет у тебя кошелечка. Так, кто ты такой? Ой. Иди отсюда. Я не хочу попадаться им на глаза, потому что мало ли что. Ой, так. Давайте пойдем дальше. Ой, что там так прям сверкает? Вот нам сюда. Отлично. Здесь ничего нет. Туда пока не пойдем. Нам надо было в черный переулок. Да, конечно, я хочу идти в черный переулок. В чем проблема? Окей. Заходи. Тут кое-кто тебя хочет видеть. Почему меня? Потому что ты весел, приятен в общении, не знаю. Он тот, для кого ты украл кольцо. Ты, знать, его впечатлил. Кто? Это Орион. Единственный, кто идет против барона, защищая обычных людей, вроде нас с тобой. Точнее, вроде меня. Он говорит, дело чудовищная редкость в Эльфии. Помогает бедолагам, подцепившим мрак. Хорошо, хоть у кого-то слова не расходятся с делом. Да это уж точно. Постарайся быть не очень собой. Он нам нужен. Здорово, чувак.
Нет, я рад, что ты пришел. Ты же платишь, так ведь? Отдаю последнее. Значит, ты купил мое внимание. Какой наглый. Хорошо. Давай пройдемся. Ну, пошли, пройдемся. Барон поставил прогресс над болью. Металл и камень над плотью и кровью. Взгляни, что из этого вышло. Я не лезу в политику. О, да, ты же горд. Ты одиночка. Ты правда думаешь, что это тебя не коснется? Надеюсь на это. Он на Иисуса похож. Мне нет до этого дела. Но как надолго? Это ведь и твой город тоже. Вот, воспоминания дали о себе знать. Оп. Что случилось? Ты потерял сознание. Ты в порядке? На, хлебни коньячку. Или что там у меня? Мне нужна книга. Таких, как она, больше нет. Говорят, ее спрятали где-то в доме цветов. Этот бордель день и ночь кишит богачами и звездами. Действовать надо тихо. Я обычно не опускаюсь до воровства, но времена требуют. Политик, ворующий чужими руками. Как типично. Нетипичнее, чем вор, крадущий ради благого дела. Ну что, мы согласны, да, Гаррет? Достанешь. Отлично. Тем самым ты поможешь нам обрести светлое будущее. И вы видите, мы всегда играем не днем, не утром, не даже утром, а вечером, глубокой ночью, так, втихаря, чтобы нас не видели. Дом цветов. Я здесь не был, но знаю кое-кого, кому пришлось. Эрин. Идите в убежище, Эрин. Ой, господи, залагала-то как. Простите, ребят. Как-то здесь чересчур светло. Ну да ладно, неважно. Мы идем в убежище Эрин. Вот бы его найти, было бы вообще круто. Так, пробираемся. Отличненько. Интересная у нее дорожка в убежище, конечно. Хочу, не буду. Заткнись, болва! Только наглевшая озаренная отвечает страже. Ты же не один из них, а? Что там вообще происходит? Я верноподданный, всегда любил барона. Чем это запахло? Ты что, обоссался, да? Валяю, я ничего не сделал. Смотри, у меня придурок. Проваливай отсюда, пока не закрыли за тунеядство. Да, печально, однако. Надо как-то пробрать. Чёрт, а как? Нет места. Так. Давайте это бросим вон туда. Что за... Иди проверь, я тебя подменю. Под каналом Чесачи. Давай, иди проверь. Значит, то был просто шум. Ой-ой-ой. Не ходи сюда, прошу. Ой, блин, там их два. Это нет, это вообще не по приколу мне. Черт, и не погасишь никак это дело все. Нам надо как-то туда пробраться. Вон туда мне надо. Давай.
Опа. Тихонечко. Крадемся. Ты нас не заметишь, надеюсь. Ура, не заметил. Чудненько. Вот что бы здесь делал кошелек? Говорят, дом цветов находится под каналом чесальщика. Или тут, блин. Под этим каналом только кости идиотов вроде тебя. Так, понятно, здесь мы никуда не заберемся. Сейчас мы упадем нахер. Не знаю, как здесь спускаться нормально. Вот, нормально. Так, а мы тебя можем как-то оглушить? Можем. Музычка эта мне не нравится. Fucking shit, я ненавижу это дело. Я просто убегу. Так, это можно, можно. Нет, 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 давай, давай, прыгай, прыгай, куда-нибудь. Черт возьми, ты гамик. Блин, посмотрите, какой здоровенный двор. Город. Ой, блин, заболели. Сейчас. Фак, ненавижу, как они бьются. Они сейчас меня просто убьют нахер. Вот как ты меня видишь? Как? Объясни, пожалуйста. Здесь тоже никогда не спрыгнешь. Ненавижу здесь биться. Здесь биться просто нереально. Они как-то тебя останавливают и тупо оглушают. Я не знаю, это... Это просто безнадежно. Да, давайте-ка залезем. Вон. Подождите, куда? Так-так-так-так-так. Бежи-бежи. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Гаечные-гаечные, да. Отлично, не видеть дальше. Интересно, они за мной сюда запрыгнут, нет? Черт, где бы пополнить запасы на стрелы? Было бы чудно. Иди отсюда. Я понимаю, тебе... мне тебя не убить. И вас тоже. Вот здесь хорошая нычка, он как бы меня не видит, да? Этими стрелами я его не убью. Мне надо было бы пойти и закупиться. Все, стрел нет. Слушай, а если я тебя огненной хренью прибью? Отлично, варите. Варите, ублюдки. Господи, да сколько мне ждать-то вас? В общем, я вот тихонько прокралась. Вот ту хрень не смогла взять, потому что меня чуть ли не заметили. Хочу уже поскорее продолжить миссию. И вот у нас город Южный квартал. Идем в новую локацию, в новый район. Интересненько. Как же ж выглядит убежище Эрин? Жила на старой мельнице в Риверсайде. Надо осмотреть ее. Да, знаем все мы, как вы общаетесь здесь. Ах, бедные люди, вы правда. Гарри. Мерцающая аллея. Как красиво звучит, правда? Хочу побродить, посмотреть, может, чего интересненького найду. Ой, господи, идите в жопу. Я знаю, как вы меня любите. Любите за мной гоняться, пуляться и убивать чертям собачьим. Так, ладно.
окна, но эти кретины греются. К сожалению, я не смогла попасть в город и взять стрелы, потому что... Эй, ты чего делаешь? Не получилось. Успокойся. Он бы и так не заплатил. Я только не хотел, чтобы он окочурился, прежде чем я ему еще разок наваляю. Ах уж кретины. Что-то мне нехорошо. Гоу! Нет, ты никого не заметил. Господи, падла. Давай, опа. О, как интересно. Кто бы мог подумать, что здесь подвал, вот, да? Или, точнее, даже сказать, дырка. Я не покажусь. И не думай. Так, монеточку мы подберем. Нам хоть какое-то золотишко, да, нужно. Отлично, все идет в наши бездомные карманы. А вот, в принципе, и вход, да? Это странно все это дело. Так, мы даже не смогли бы войти, потому что и ручки-то нет, да? Давайте быстренько посмотрим, что у нас есть еще, чтобы такое взять. Тихонько, ночь наш друг. Вау! Что случилось? Ой, блин, это меня так напугало. Черт. Фух, надо перевести дыхание. Да, с последнего сохранения, пожалуйста. Фак. Там кто-то был, я его не заметила совершенно. Эрин жила на старой мельнице в Риверсайде. Надо осмотреть ее. Фух, это было мощно. Да, бра, мы знаем. Ай, ёлки-палки-то, я тебя хочу прикончить. Вот этот бы свет вырубить. Было бы чудно. Так, сережечки. Подарю своей любимой. Если она у меня есть, и сейфик. Не знаю, кто там вообще нас вырубил. Это как-то все странное получилось. Очень-очень. Но хорошо, что нам на пути встретился этот сейф, потому что денежки нам не помешают. Да, Гаррет? Грёбаный кошелек. Черт, я поняла. Хоть и второй раз это меня напугало, но... Там было это... Скажите, как оно называется, я скажу. Эрин жила на старой мельнице в Риверсайде. Надо осмотреть ее. Да, осмотрим. В принципе, нам туда уже не надо, да? Но я все-таки хочу рассмотреть. Это какая-то... Вот, видно, что нас убили. Мы наступили сюда, и нас выстрелили. Так, все, понятно. Сейчас хочу проверить... Мы взяли то или нет? Предзнаменование. Нет, все-таки хорошо, что мы открыли, потому что кошелечек мы не взяли в итоге. А туда фигушки я не вернусь. Нам вот туда. Эти парни уходят, это хорошо. Так, по-тихому. Сейчас заберемся. Посмотрим, что же есть в этом доме. Так, давай, дружище, вскрывай этот замочек. Ты же у нас профи, да? Ой. Две вещи. Ну ладно, хоть что-то. Что-то блеснуло. Перо. Отлично. Все, в принципе, мы все взяли, что могли, поэтому убираемся отсюда.
Там еще что-то было. Я вижу, как оно блестит. Ну, ладно. Давай-давай, прыгай-прыгай. Гаррет, ты... Сходи, глянь. Дубина. Ладно, беги. А что, нам в Стоунмаркет? Не в Стоунмаркет. Это я немножко вернулась назад. Здесь все так как-то запутано. Вот если бы не было вот этой... вот этого значка, показывающего путь, куда нам идти, я бы и так не поняла. Да. Он бы и так не заплатил. Давай. Чтобы он окочурился, прежде чем я ему еще разок наваляю. Тихонечко. Так, он ушел. Это хорошо. Ой, фак, а этот кретин там ходит. Давайте его попробуем оглушить. Да? Да. Это хорошо. Давай возьмем его. Бери. И... надеюсь, его здесь не найдут. Погоди-ка. Ёпты! Ёпты, нет! Фу! Прыгай, Гаррет, пожалуйста, беги. Гаррет, давай. Я знаю, ты можешь, солнышко. Чё случилось? Чё? Почему? Почему обратно? А, всё нормально. Фух, я думала, нас уже спалили. Слава тебе, Господи. Крыша Риверсайда, как красиво звучит. По-моему, там кто-то есть. А, ну да. Я думаю, мы просто попали в дом. Здесь все так до хрена странно. Так, куда нам идти? Там тоже есть окошечко. Может, посмотрим, что там интересного. Залазай. Нет? Показалось? Ладно. Хорошо. Мы же ниндзя. Неуловимая ниндзя. Так, здесь заколочено, не пройдешь. Поэтому как раз для нас открыт этот маленький тоннельчик. Ну давай, прибирайся к своим рукам. Все, что плохо лежит, идет к нам в кармашек. Это хорошо. Понятно, ничего нет. Идем дальше. Ну, нам вроде бы туда. Походу, путь должен быть другим. Очень странно. Ну ладно, давайте попробуем пойти. Ага, поняла. Нам наверх. Да? Что здесь? Ух ты! Давайте обследуем местность. Фляга, это хорошо, но ты, Гаррет, не бухай, пожалуйста, когда что-то идешь тырить. Так. Канализация? Ой, фу, не хочу канализацию, спасибо. Так, что у нас здесь? Заперто. Поэтому нам единственный выход — лезть вверх. Окей, прыгай. Ах ты ж, козел, не хочешь. Ну ладно. Отличненько. Все, идем сюда. Значит, мы не туда пошли, получается, да? Хотя нет, посмотри.
Все правильно или нет? Или да? Или нет? Или да? Давайте еще поищу в другом месте. Потому что там мы что-то не можем никуда пробраться больше. Так. Опа. Что у нас здесь? Мы вроде бы здесь не были. Да, не были, потому что вот не украли. Хорошо, давай дальше идти. Запутано здесь немножко, потому что открытый мир. Ходи куда хочешь, сколько хочешь, и не знаю себе беды. С дома в дом. С локации на локации. Так, хорошо. Везде свет такой яркий. Новые законы и вы. Как здесь? Почему? Понятно? Ладно, я не помню, как уже здесь что-либо прочитать, поэтому просто обчистим это местечко и будем ушиваться отсюда. Ну, как красиво это все было дело. Давай. Опа. Опа-па. Ну и долго вон это все дело поднимает. Только зря время тратит. Ладно. Огонь к каким-то херам распалили. Ладно, мы все как ассасины действуем. Лазим по верхам. Так. Мое. Туда показывает цель, да? Так, надеюсь, вам пофигу на меня. Так, я что-то видела еще. Блистала. Ты вообще без денег? Ножницы. Конечно, нам нужны ножнички. Окей. Пошли наверх. Жалко, у нас нет гаечного ключа. Ой, там еще что-то было. Ну ладно, неважно. Все везде сияет. Так, хорошо, куда дальше-то? А, нам вообще дальше. Что-то я подумала, может быть, нам выше. Так, а ты можешь туда спуститься? Ладно, что-то я не умею с веревок прыгать как-то. Ой-ой-ой, что-то заступило конкретно. А, хорошо. Ой, водичка, 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 фу. Ты же не хочешь быть грязным, да? Ух, наконец-то убежище, мельница Эрин. Хотите войти? Конечно, хочу. Для этого, собственно говоря, мы здесь. Вот и наша мельница, смотрите, как она заброшена выглядит. Войдите в убежище, Эрин. Да не вопрос, чувак. Как интересно, у нас часовня, а у Эрин была мельница. Как своя защита, свой дом, своя опора. Очень интересно все это дело смотрится. Ой, Гаррет, ты куда? Давай назад. Фух. Да, немножко это дело забыто, грязно, мерзко, но что поделаешь. Выбирать нынче не приходится, да? Ух ты. Переключатель почти невидимый. Надо смотреть внимательно. Эрин как-то сказала, что поставила ловушки против незваных гостей. Надо смотреть под ноги. Она круто придумала. Ой, вот эти ловушки.
как-то мне не очень нравится. Чу-чу-чу. Надеюсь, ага, вот они, да? Надеюсь, мы в них не угодим. Да, я вижу, вот уже кровяшка, здесь кого-то убили. Хотя не показано, где, в принципе, та ловушка. Как она сделана? Ну, ты идешь. В принципе, ясно было выражено ловушки. По крайней мере, такие. О, еда. Еда! Ух ты! А что здесь интересного? Она хотела... Ой, смотрите, портрет. Портреты бабушки, попрошайки, да, вроде бы? Смотрите, это чьи... Вроде бы чьи-то местечко, да? Какие-то книжки, кровать... Тарелка там была на столе. Ну ладно. Что ж, пошли дальше. Вижу, можно наверх. Мы это сделаем, только чуть-чуть попозже. Понятно. Вон там ловушечки, поэтому хорошо, что я посмотрела, куда нам лезть. Так. Куда дальше? Подождите, какое у нас задание? Ой, как прикольно. Так, ладно. Вот всегда забываю, как писать. Так, а что нам здесь делать-то? Видите, вот здесь уже убиты люди были. Ага. Все понятненько. А что у нас там? Ух ты! Как в другой мир попали. Да, и это правда. Укради ключ от истины. Той, что осталось дома до того, как я стала Эллин. Но ты должен найти его сам. Таковы правила. Ах ты ж, сучка, ну спускайся. Я скажу, когда ты будешь близко. Чуть дальше. Ёперный театр. Так это просто сущий лабиринт. Понятно, там дела не будет. Хорошо, она хочет, чтобы нашли ключ. Как мы, ёпты, блин, найдем его? Как он вообще выглядит? Почему мы не можем никуда залезть? Что, что вообще это за хрень? Гаррет, что с тобой? Черт возьми, ненавижу лабиринты. Опа, сердце. Было сердце. Вы видели? Что это вообще было? Ладно, идем на свет. Не туда. Что не туда? Теперь холодно. Иди за мной, истина. Хорошо, показывай мне истину. Горячо, холодно. Я здесь не выгребу с тобой играть. Еще холодней. Господи. Ты близко? Нет, не трогай меня. Ух ты ж, блин, стрёмно-то как. Гаррет, чё у тебя за глюки-то? Поняла, нужно и... её... Я скажу, когда ты будешь. Хорошо, говори, мне это нужно. И прыгать мы не можем. Ты близко? Вижу, вижу. Идем туда. Красивый такой портрет. И... Чуть дальше. Чуть дальше? Куда чуть дальше? Ёп. Так, там были... А, вот, вот. Вот. А, и это мы. Слишком важно, чтобы мне дали умереть. Знают ли они, как это больно? Ни хрена себе, тебя штырило! Мне кажется, Эрин хотела, чтобы я что-то нашел. Я не могу уйти отсюда просто так.
Понятно, нужно искать. Вот это просто жесть. Так-так. Что это? И зачем это было, Эрин? Выходите за вещи, да, с удовольствием. Вот, вот куда она смотрела. Очень-очень интересно. Ох, ну у тебя и глюки были, я тебе скажу. Мой дорогой друг. Ты ж как надо была наштыриться, чтобы вот такое вот видеть. Все, целенаправленно идем выходить из этого убежища, да. Ух. В принципе, нам показывают, с какой локации на какую мы переходим. Вот мы покидаем убежище Эрин, как мы видим, это мельница. Дом цветов ждет. Да. Он отмечен красными фонарями. По ним я и найду вход в бордель. Афу! Это отвратительно, чувак, тебя там просто не захотят видеть. Скажут, фу, иди отсюда, ты плохо пахнешь. Конечно же, я побывала в канализации. Но это же я на канализации. Или вроде уж как бы дождя нет. Так бы капли здесь были, правильно? Правильно. Хорошо, куда мы идем? Куда наша цель показывает? Ой, господи. Так, а можем выбраться отсюда? Так, сейчас. Ага, вот сюда. Доки. Да ни хрена ты не видел. Успокойся. Иди дальше. Так. Так. Давай. Да, стелс это как бы хорошо, но не очень-то мое. Ну, не будем рисковать. Ты куда идешь? Думаю, нас услышали. Мы так громко топали. Да, услышал. Йоу, пошли в жопу. В жопу пошли. А, здесь закрыто. Тихонечко. Не шебурши. Я хочу жить. Я тоже хочу жить. Думаешь, одна такая умная, да? Так, нам надо вниз. Вниз. Куда-то туда. Ой, нет, тихо. А, ты здесь просто как статуэтка стоишь. Понятно. Обратно он загнал нас туда, откуда мы прилетели. Так, тихонечко. Не надо нас видеть. Ой, ты кто такой? А, ты здесь флиртуешь. Понятно. Хорошо. Блин, вон еще один стоит. То, что... А, посмотри, может мы заберемся и вершком пробежимся. Вершком, это сказала. Ай. Во как мы поступим. Вот это я понимаю. Так, давайте-ка сюда. Тем более здесь мы что-то еще найдем. А рамку, да, конечно, тебе же нужно поставить свое фото. С едой все хуже. У меня шестеро по койкам, а из еды... Посмотрите, рыба меч. Не совершай ту же ошибку, что и Ругер. Что на этот раз сделал этот дурак? Украл хлеб. Чернолобые вздернули его прежде, чем хлеб вылез у него с другого конца. Ой, очень жалко парнишку. Так. Что у нас такого интересненького здесь? Давай, блин. Ну, черт.
Ну ладно, не хочешь, не надо. Мы тогда пройдем сюда. Надеюсь. Вход в дом цветов где-то рядом. Блин. Давай. Чтобы тебя не запалил этот чувак. Ой, мы могли его оглушить. Фак. Ну, неважно, я думаю, ты тихонько приземлился, тебя никто не услышал. Ёпты, блин. Так, а теперь сиди тихонько. Ибо мы уже близко у цели. Нет, не совсем близко. По-моему, она вообще не сюда. Бетульки. С одной стороны. Да? И... Так, здесь у нас тупик. Ладно, давай быстренько. Я вижу, заметили нас. Да, они уже не побегут, конечно же, ножик мы возьмем. Ты осмотрел его? Здание городского совета. Конечно. Охрана плотная. А бюст барона? Чистое золото. Стоит целое состояние. Даже с кислой рожей Нордквиста. Только на ночь бюст забирают с помощью особой охранной системы. Черт, слишком рискованно. Отбой. Пусть другие болтаются в купле за попытку украсть бюст барона. Ой, нам надо в самый низ. Ребятки. Так. Такое ощущение, что мы как будто отсюда бы пришли, да? Ой-ой-ой. Таким махом. Не, мы вроде бы как бы были здесь, да? Ну, не совсем здесь. Да что ты, прыгнуть не можешь? Да. Ты слышал, но не видел, поэтому я тебе показалось. Вон он. Ждет. Да, я же забыла, что водичку очень хорошо слышно. Осторожно, лишние проблемы нам не нужны. Ладненько, давайте подождем. Так, все, вроде бы он ушел. Мы тихонечко сейчас пройдемся. Так, давайте-ка подумаем, как все это дело нам сделать. Почему мы вообще сюда угодили? Да. Так, нам надо вылезти. Что, обратно ты нас слышишь? Десять минут, не больше. Тебя внесли в черный список дома цветов, лорд. А ты, наверное, уже не лорд, да? В черный список? Да как же? И надолго? Пока не обзаведешься деньгами, Эдмунд. А значит, до конца жизни. Эдмунд. Ищи дешевую девку, которая обслужит тебя в переулке. Ты слишком радуешься, девка. И не я одна. Мы все радуемся. Вот как все просто, оказывается. Я же думала, ты можешь что придумать. Ладненько, дом цветков. Грязные тайны, глава 3. Да, ёпты, блин, хочу начать. Мы к этому и стремились. Глава 3. Вы тут впервые, сэр? Я иду в дом цветов, если вы, головорезы, что-то задумали?
Мадам Сяо, Сяо ждет вас. Я вас провожу. Ладненько, друзья, давайте на этом закончим. Расфуфыренного петуха привели в курение. Я поиграю. Петуха. Борделем побываем уже в следующей серии. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте и не забывайте подписываться в группу. Ссылочка ниже в описании. До скорого!